Знаете ли вы, как не замерзнуть в палатке в любое время года, неважно, зима или лето, такое может случиться. Мы не знаем, но знает наш коллега Руслан Токмаков, он уже подготовил для нас интересную информацию. Слово тебе передаю. Спасибо большое. Коллега, Алле, алло, прием, прием, Лера, прием, студия, как у вас дела? Не холодно, кстати, вам сейчас? Прекрасно. Отлично, у нас блистательно. Да, и погода сегодня плюс 32, поэтому сейчас, наверное, будет не сильно актуально тем, кто в городе, но действительно, все мы знаем с вами, что отправляясь в поездку на природу, то, допустим, в горах или возле рек, в лесу в целом гораздо прохладнее. Тем более, надо помнить, что ночью, конечно, всегда становится еще холоднее. Так вот, давайте поговорим сейчас на тему, что же сделать нам с вами, будучи уже там, на природе той самой. Что делать, чтобы не замерзнуть? Я не знаю, мне кажется, что я буду говорить банальные вещи, но будем проверять на вас. Давай. На опытных походницах. Не походницах. Не походницах. Что-то физическое нужно будет делать? Ну, допустим, да. Вот, во-первых, надо понимать, что спальники, они нас не согревают, они удерживают температуру. Поэтому, если ты забираешься в спальник уже холодный, замерзший, то тебе будет продолжать быть холодно. Я знаю. Я знаю, как согреться. Однажды мне моя коллега показала, как лайфхак, как правильно согреться. Так. Все мы знаем, да, что твоя коллега на букву П. Да, моя любимая Полина Михальчук. Все мы знаем, что физические действия, они, конечно же, разогревают тело, но нужно делать правильно. Итак, смотрите, встаем. А музыка будет ритмичная? Можно мне, да? Ритмичная. Это будет как это? Шейпинг или что там? Фитнес. Встану на середину. Встаем с вами. Запоминай. На носочки, да? Да. Делаем тверк. И начинаем. Вот так вот трястись. И тебе становится очень жарко. Вот сейчас очень интересно, люди, которые в этот момент включили телеканал, они такие... Это было очень жарко. Подождите, еще разочек. Тема. Запоминаем, еще раз. Это тот случай, когда... Руслан, откладываем предметы. Ударило током. Да, выходим ко мне. Так. Еще раз, носочки. На носочки встать обязательно. Я не успею ничего рассказать, Лера. Руки вперед. И поехали. Давай. Согреваешься? Я, да, проснулся даже немножко. Я тоже, кстати... Жарко, кстати, правда, жарко. Реально, он прям пробивает вот здесь вот все. Да, да, сама ты как будто делала. Я ручками потрясла. И начинается это, дыхание учащенное. Спасибо большое, Лера. Спасибо большое Полине за этот совет. Так вот, давай. О чем я? О том, что надо в спальник, когда забираемся, мы уже, допустим, хотим лечь спать, так вот, надо действительно сделать какое-то упражнение, согреться. Еще один из... таких лайфхаков, да, о том, что вот я не буду сегодня говорить такие вещи, которые, ну, не знаю, не будучи там опытным, там, с горелками, всякие эксперименты, вот самые безопасные способы, вот по типу того, как уже Лера сказала, есть вариант просто в бутылку налить горячую воду, ну, да. Не кипяток, а просто горяченькую, и эту бутылку можно положить в ноги, потому что часто ноги у нас замерзают, да. Можно вот надеть носки, можно еще какой-нибудь флисовый, может быть, свитер есть, можно тоже его в ноги положить, укутать ноги, чтобы их дополнительно согреть. Единственное, с водой, о том, что нужно помнить, что на всю ночь, конечно же, не хватит этого тепла, которое будет бутылка вам отдавать. Вы можете там обнять какую-то большую пятилитровочку, но потом надо будет, по прошествию, не знаю, наверное, пары часов, нужно будет, бутылка станет холодной, отодвинуться от нее, подальше. Обнять кого-нибудь другого. Я только что поняла, что необходимо с собой взять в поход 100%. Что? Термобелье. Неважно, вот. Зима или лето, да. Они термобелье удерживает температуру. Это, кстати, очень полезная штука. Согласен полностью. И в целом, можно сказать, что важно вообще продумать экипировку, которую ты с собой берешь. Потому что в палатке часто очень холодно от земли. Поэтому, ну, холод идет оттуда. Поэтому, конечно, без коврика, который бы отделял вас от этой холодной земли, ну, не обойтись. Какой-то вспененный можно поплотнее. Есть надуваемые, самонадуваемые.
называемые. Mm-hmm. Но все, конечно, все это экипировочка упирается в затраты, да, деньги. Yeah. И мне кажется, я так бегло посмотрел, коврики самонадуваемые стоят примерно 20 тысяч рублей. Вот так. Хороший коврик. Еще и спальник там 20, 30, 40. Поэтому экипировка важна. Поэтому просто можно взять бутылку и греться бутылкой. Дешево и сердито. Взять друзей и греться вместе с ними. Тоже вариант, кстати. Ну, почему нет, да. И еще важно, что это поесть. Калорийную какую-то, то есть то, что мы едим, от этого зависит, насколько нам будет холодно или тепло, поэтому, конечно, должно быть много с собой калорийной еды, допустим, батончики, поэтому если у нас будет много калорий внутри, мы сможем вырабатывать это тепло, и еще важно, чтобы еда все-таки была теплая, горячая, потому что организм не будет тратить время на то, время, энергию на то, чтобы ее согреть у себя внутри в организме. А если мы сразу уже горяченькую, ну сами мы все прекрасно это понимаем, что сразу согревает еще и горячий чай, еще может быть с малинкой. И не только ноги надо держать в тепле, но еще и голову, потому что теплопотери могут быть и через нее. Поэтому мой совет и рекомендация, конечно же, ложитесь спать, надевайте шапочку, какой-нибудь воротничок, чтобы теплопотери были минимальные, и вам было тепло всю ночь, хорошо и комфортно. Руслан, ну теперь-то мы точно не замерзнем. Вообще спасибо. Точно.